Привет, вы на канале Smart Plus. Мой старый новый смартфон, именно так я решил назвать данное видео, потому что я взял его в новом состоянии для личного использования, но сама модель это не новая. Я обзорщик и много смартфонов побывало в моих руках и на данный смарт давненько, но я уже делал сюжет. С тех пор он еще больше просел в цене. Только представьте, когда он вышел в 2017 году, он стоил более $400. Сейчас же за версию, внимание, на 6 оперативной и 128 встроенной памяти просят примерно $215. А с купоном недавно можно было взять вообще за 200. И согласитесь, интересная ситуация, что цена снизилась на 50%. И это при том, что тут очень хорошее железо, экран, камера, есть быстрая зарядка, NFC – это был практически флагман тогда. Чем же можно объяснить падение цены? Во-первых, по-моему, их наделали много, и они еще есть. Во-вторых, он появился накануне повальной моды на экраны 18:9, а у этого же 5,5 дюймов 16:9. Скажу честно и искренне от себя, то, что тут 16:9, меня, например, не смущает, поскольку я часто смотрю YouTube, там в основном все в формате 16:9. Но как вы заметили, данный видос я специально сделал в формате 18:9 именно под широкоформатные смартфоны, коих большинство. Я знаю, что в основном люди YouTube смотрят именно со смартфона. Ставь лайк, если ты прямо сейчас смотришь со смартфона 18:9 и тебе так удобнее. Кто с Mi Note 3 смотрит, тем более. И кстати, напишите, больше ли вам нравится такой формат, оставлять так или нет. Итак, почему я решил купить себе данный смарт? Я действительно мог бы позволить сейчас Mi 8 или Mi Mix 2S. Отличные смартфоны, но я считаю, что сейчас на рынке трудно найти что-то такое со всеми плюшками и за такие деньги. Я бы сказал, что Mi Note 3 очень разумная покупка. Недостатки тоже есть, и я их озвучу. Но сначала о достоинствах и объективных, и чисто моих, субъективных. Первое, что мне в нем нравится, это, конечно же, количество памяти. 6128. Я считаю, что комфортный минимум на сегодня это 4,64, а вот 6128 это сытая золотая середина. 8 гигабайт оперативы пока рановато, мне кажется, а вот 6 это самое оно для смартфона. Ничего не тупит, все работает шустро, для фоток и видео много места, а мессенджеры со временем как забивают память, а тут ее с запасом. В этой ценовой категории сейчас Mi 8 Lite плюс-минус. Он свежий и широкоформатный. Давайте с ним по ходу где-то будем сравнивать. Так вот, Mi 8 Lite за эти деньги будет на 4,64 гигабайта против 6128 в Mi Note 3. Это просто для сравнения. Mi 8 Lite тоже очень хороший смартфон за свои деньги, но Mi Note 3 сейчас царь. Второе. Процессор. Snapdragon 660. Такой же, напомню, как у Mi 8 Lite и свежего Redmi Note 7. Данный прос отличное решение. Это необходимый минимум для тяжелых игр на средне-высоких настройках. Играл на нем в танки. Все отлично идет. Бывают редкие просадки, если все на ультра. Стоит понизить количество травы и все встает отлично. 60 кадров гарантированы. Также вы удивитесь, насколько он шустрый, как в открытии приложений, так и в интерфейсе. Также тут очень быстрый сканер отпечатка пальцев. Не назову его мега точным, иногда может промахиваться, так как тут он немного утоплен в корпус, так что лучше один палец забивать два раза. И сканер на передней панели имеет преимущество перед смартфонами, в которых он на спинке. Смартфон можно спокойно разблокировать, когда он лежит на столе, и это реально плюс. Третий, экран. Он просто отличный, по цветам, по углам обзора, насыщенный и четкий, с отличным диапазоном яркости. Тут он может быть производства Sharp или GDI, и оба они хороши. Xiaomi, конечно, калибрует одни и те же экраны по-разному, потому попадается немножко теплее, или холоднее, или розовее. Тем не менее, подправить можно в настройках. Но как вы понимаете, экраны тут далеко не бюджетные, и попасть на брак шансы малы. А вот мода на монобровь, и теперь уже эти капли, уж извольте. У меня был Sharp с глазком. Да, его можно скрыть. В основном не мешает, но все же, как бы там ни было, обычный экран без выступов и капель мне нравится куда больше. А вам? Напишите, пожалуйста, в комментах на этот счет, какой экран вам нравится больше. С вырезом или без, 16:9 или 18:9. У него также 2,5 для скругления, потому если брать пленку, то лучше присмотреть гидрогелевую, чтобы на весь экран. Я такую как раз использую, ссылочку приложу в описании, кому вдруг интересно. На смартфон, кстати, тоже. Звук. Из внешнего динамика звук неплохой. Не скажу, что басовитый, очень слышал и басовитее, но его для комфортного просмотра фильмов или просмотра YouTube вполне хватает. Но фишка в том, что он тут стерео. Роль второго динамика принимает разговорный. Попробуем ответить на вопрос, для чего люди покупают смартфоны более дорогие, чем бюджетники 100-150 долларов? Он, конечно же, не кричит, но в играх, например, отчетливо слышен эффект стерео, как и в фильмах.
это же, конечно, плюс. Тоже могу сказать и о разговорном динамике, звука достаточно. В наушниках звук реально качественный, с достаточной громкостью и возможностью регулировать в настройках. APTX тоже поддерживается. Пятое. Одна из самых главных фишек, ради чего стоит обратить внимание на данный смарт и почему я взял его себе – наличие модуля NFC. Я им частенько пользуюсь. Не ношу кошельки и карточки с собой обычно, а смартфон всегда под рукой. Так что я даже не рассматриваю себе смартфон без NFC. Шестое. Камеры. По сегодняшним меркам они, конечно, не флагманские. На Mi Note 3 ощутимо больше шумов при недостатке света. Но тут отличный модуль основной камеры от Sony IMX386 с апертурой 1.8. Фотки получаются отличные. Точно получше, чем в сегодняшних бюджетниках или среднебюджетных смартфонах. Плюс у него есть одно весомое преимущество перед ними – наличие оптической стабилизации. Это очень важно при съемке фото в недостаточном освещении, когда автоматика поднимает выдержку, или если фоткать в ручном режиме, поднимая выдержку. Незначительная шевеленка компенсируется оптическим стабом, и получить смаз шансов меньше. Если, конечно, объекты сами не шевелятся. Тоже и при съемке видео. Если плавно двигаться со смартфоном, результат будет достойным, мелкий тремор рук компенсируется. Видео не идеальное, конечно, но в хорошем свете достойное. И главное, какие же крутые портреты можно делать. Тут эту функцию берет на себя телевик, а основной модуль размазывает фон сзади. ПО камеры делает фото очень приятными по цветам, немного обрабатывая и подкрашивая их. Вроде бы это делал постобработку какой-то фотограф. Мешков под глазами будет меньше, приятный цвет кожи, глубина резкости. Единственное, что это все возможно в хорошем освещении. Сенсор не очень светочувствительный, для улицы он. Также на улице можно приближать в два раза, переключаясь на второй модуль без потери качества. Фронталка на 16 мегапикселей, неплохая, но я и не сказал бы, что прям огонь. И еще небольшое отступление, камеры не выпирают из корпуса вообще, и это очень даже хорошо. На столе не будет раскачиваться при нажатии и царапаться, конечно же, тоже. Автономность. 3500 мАч, хорошо оптимизированная прошивка и автономность реально радует. На день с утра и до ночи хватает, даже если его активно мучить. Если же нет, то можно растянуть и на 1,5-2 дня. А главный козырь тут быстрая зарядка. Зарядка Quick Charge 3.0. При этом смартфон из коробки идет с блоком быстрой зарядки, а не как в том же Mi 8 Lite, например, к которому нужно еще докупать зарядник. И заряжается смартфон реально быстро. 15 минут и у вас 30% заряда плюс-минус. И на связи можно быть уже целый день. Восьмое. Прошивка. Android 8.1.0. MIUI 10.2.2. Тут есть все необходимые фишки и удобства. Смартфон обновляется. Можно, например, клонировать приложение, тоже прикольная фича. Но, например, тонкой настройки баланса белого нет, как в свежих смартфонах. Может, пока что. Ну и подмечу такую маленькую деталь, как наличие инфракрасного порта. В последнее время Xiaomi не добавляет его, но тут он есть. И многим может пригодиться, чтобы управлять своей техникой. Ну и недостатки. Первое. Дизайн. Хоть смартфон в целом очень симпатичный, тонкий, из стекла и металла, но эти рамки, конечно же, уже не в тренде, так сказать. Для меня это не главное, для меня главное соотношение начинка-цена, а на выставку водить его не собираюсь. Для кого-то это плюс, для кого-то минус, решать каждому. Для меня плюс, что нет вырезов, капель, моноброви и так далее. Второе. Отсутствие управления жестами. Да, это реально удобнее, чем кнопками. Я сравнивал неоднократно. Но раз уже есть три сенсорные кнопки по дисплеям, тут ничего не поделать. Зато сканер спереди. Третье. Отсутствует вход по 3.5 мини-джек. И при этом нет пыли влагозащиты. Это как дань моде на тот момент. Четвертое. В портретном режиме фоткать возможно только на улице. В помещении при искусственном освещении будет не очень приятная картинка. Пятое. Отсутствие электронной стабилизации в стандартной прошивке при съемке видео. Хотя оптическая в помощь. Шестое. Формат экрана. Это не к плюсам, не к минусам, по-моему. 16:9 или 18:9 – это, конечно же, на любителя. Повторюсь, в YouTube, например, все в основном 16:9. И на вытянутых смартфонах нужно растягивать картинку на весь экран, обрезая ее немного по краям. Или смотреть с черными полосками справа и слева. Но все же, сейчас все смартфоны с экранами 18:9.
В общем, взял себе лично данный смартфон, и это такой себе отзыв или призыв присмотреться к нему, так как он за свою цену сейчас просто уделывает всех в том же ценовом диапазоне, только внешность и формат экрана может кого-то смутить. Но расчетливые смотрят на внутрянку и возможности. Это по сути смартфон из 2017 года с современным железом и камерами, NFC, быстрой зарядкой, только в старом формате. И так как я взял отчасти из-за камеры и отличных портретов, в одном из следующих выпусков устроим охоту на дешевый камерафон из прошлого. Есть кандидат, и он уже у меня. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Всем удачи и пока, друзья!